Давай на твой день рождения я подарю тебе полет на воздушном шаре. Не давай. Ну почему? Это же так круто. Летать под небесами в облаках. Спасибо, но я не хочу. Жаль. Может, тогда дайвинг? Не надо. Но это же сказочно круто. Круто, но я не хочу. Тебе не угодишь. Послушай, если ты хочешь подарить мне что-то, связанное с риском для жизни, и избавить себя от обязанности дарить мне еще что-то когда-нибудь, сделай таз того салата с сухариками, который ты приготовила на Новый год. Это сдохнуть как вкусно. Да, друзья, сегодня у меня день рождения. Сюннипайф, день народжения. Бэвдэй. Поздравляйте меня, не стесняйтесь. Хотите, шлите подарки по почте. Хотя и поздравлялок в Фейсбуке будет вполне достаточно. Всегда ваш.